По всей России отгремел праздник Великой Победы. Междуреченцы в течение месяца делились своими военными историями. В проекте телеканала «Июнь» расскажи о своем герое. Хотя праздник закончился, горожане продолжают рассказывать о своих близких. Я, Заболотникова Елена Григорьевна, пришла в эту студию для того, чтобы рассказать о своем отце, которого я никогда в жизни не видела. В 1939 году он участвовал в Финской войне. И когда вернулся домой благополучно, решил заняться делами, началась Великая Отечественная война. И он снова пошел защищать родину. Главное сражение, в котором он участвовал, это было сражение под Москвой. Мой отец, он на автомобиле подвозил снаряды к линии огня. И вот в одном из таких сражений бомба попала в кузов со снарядами. Взрывной волной его напарника отбросило подальше в снег. Они пролежали с этим напарником много времени, потеряли много крови. В это время их нашли. Тут похоронная команда привезла его в госпиталь. И на следующее утро его товарищ уже моего отца на своей кровати не увидел. Через 2 часа примерно привезли новых раненых. И на эту же кровать вместили его брата. Там на фронте воевало из их семейства 6 мужчин. Это был Коломейцев Степан, а мой отец Коломейцев Григорий. Вот эта бирка осталась. И он прочитал свою фамилию и прочитал имя. К сожалению, 2 часа тому назад он умер, и в братской могиле на Химкинском кладбище их уже захоронили. Горжусь своими героями и хочу, чтобы подвиги самоотверженные за свою родину повторяли все солдаты и простые жители нашей страны. Приходи сюда и расскажи о своем герое каждый.